Друзья, без моего участия пустил Машу на второй день вечером. Это уже второй раз по, не знаю, минут по 7 сливает. Раньше я как-то ему раньше ему как-то помогал, а сейчас опытный стал. Ему 2 года и там несколько месяцев. Это уже второй раз. Видите? Тот ролик я стрессогонил, это на второй день вечером. Пока перегоняю свиней, барака там нагородил. Новый сарай. И особо некогда заниматься этими. Запустил, смотрю, раз покрыл. А это второй раз, и хорошо так вообще долго. Сейчас покормлю их. Машулька молодец, и каштанчик. А та вторая не стоит. Дюрчиха, ну я думаю... На днях, может, в течение... Она может не именно на 6-й день, и может и на 7-й, и на 10-й, по-разному. Ну, если даже через дней 20 она станет дюрчиха, загуляет, мне еще лучше. Этот отдохнет и покроет дюрчиху, и заберут потом каштаны, и мне больше крыть некого. Это я дюрчиху покрою, из-за этого я ее оставлю, думаю, пускай еще с каштана поросята будут, и канторы, и Машульку. Машку оставляю здесь, пускай ночует, и все. Тут получается 2 кантурш я уже перевел. Ну, я вам скажу, переводить это одно мучение. И с женой. Жена выворку, я за веревку. И так по чуть-чуть они поросные, чтобы мне ничего не нарушить, не сильно стрессовать. Ну, поставали в станок. Обезьяна в станке. Кантурша одна в станке. То есть вообще проблем нет. А так. Вот он я. Это вечер. Я специально думаю, вечером буду загонять. Ну, чтоб не сильно жарко. И так по чуть-чуть ролик собирать и потом выложу. Ну, вам уже в среду. Вот так у нас происходит. Обезьяна в станке. Кантурша одна в станке, что покрыта петреном, а вторая кантурша в загородке. Третий станок не заанкерил, надо завтра утром заанкерить и туда еще кого-то с петреном. И так по чуть-чуть и переведем. Вот так. А вот оно наше. Все получилось. Вообще каштан, чем старше, тем опытнее. Раньше я то его разворачиваю не на ту сторону, мне казалось, он бутает в сторону, то еще. А это просто заниматься некогда. Пустил, смотрю, раз, четко залез. Туда запрыгнул, проверил, все четенько, молодец. А потом пока бегал и второй раз. Тоже залез, проверил, заглянул, куда он там шел. Все нормально, все туда, куда надо. Все отлично. Сейчас каштанчик будем кормить. Молодец. И Машку уже не гоняет, все, друзья. Переспали вдвоем, все. Все, все, все. Дружбанчики, дружбанчики. Сейчас я вам дам хороших отрубей с БМВД. Ради будут. Вот. Что значит вчера была не готова. Он на нее кидался, за еду там нападал на нее. Вот, смотрите, все. Это она в загуле, и он ее уже покрыл. Вот так. Сейчас поедят, водички им налью. Вот так. Любовь зла, полюбишь и Машку, да, каштан? И все. Я думаю, он ее еще раза 2-3 до утра покроет, а завтра заберу, постараюсь, на новый сарай. Вот так. Друзья, будем пробовать. Ну, одну покажу, одну, как мы переводим. Мы вообще это целое мучение. Ну, попробуем показать вам хотя бы одну, как, каким образом они идут. Анатолий, с выворкой. Там есть, сейчас мы сюда едем. Тихо, Анатолий, же оперативника. Ah!
она и есть. Седая и все. И вот так она тупо сидит. Пошли. Потихоньку. Пошли, болт давай. Оп. Сейчас, стой. Сейчас. Во, давай, давай. Вот так, друзья. Все, она закрыта в станке. А те уже два дня как в станках. Вот покажем, как есть. Вот так опорожняется, убирать очень легко и хорошо. Единственное, солнце попадает, и надо закрыть окно какой-то шторой. Вот обезьянка, у нее должен быть опорос сегодня по таблице. Но опороса нет. Эти нормально уже в станках привыкли. Это здесь. Вот это вот канторша. Вот это канторша и та канторша. Анатолича, Кнопы, родные сестры. То есть у нас получается в один день в Анатолича должен быть опорос. Ну и по идее у нас три опороса в один день. Ну, кто его знает. Там вот там разбежность есть, день-два. Итак, что мы сегодня? Сегодня с Анатольевичем мы повесили бак. Анатольевич, рассказывай, показывай. Что, повесили бак, закрепили станок, перевели. Канторшу. Бак мы сделали вот так. Бак на 350 литров. Раскрепили его внизу. Заанкерили, заварили. Вверху такие прутья, то есть стоит хорошо, надежно. И Анатольевич поварил два выхода. На эту сторону я замазал на всякий случай герметиком. На эту и на эту сторону. Сделаю завтра воду и все. Так, получается тут вот эти вот три свиноматки уже в районе трех дней. И как я борюсь с мухами. Вот так повесил липучки и закрываем двери. Все сетки москитные
окна в москитных сетках. Вот эти три и эти в москитных сетках. И так же само вытяжки тоже в москитных сетках. И я вам скажу, мух особо нету. Ну вот, Анатолий, ты видишь мухи, чтоб летали? Ну, особо нету, да. Вот если и залетают, вот облеплюют вот так. Ну, где муху нам увидеть? Ну, вот муха, вот. Летает так десятка, два, три. Ну, прилипнут. И вот все получается открыто, спокойно. Ветер гуляет. Вот она вот сейчас тупо упирается на задние двери, чтобы выйти. Это сейчас пока не привыкнет. Ну, буквально час-два. Потом поест, воды попьет и успокоится. Сейчас она даже есть не будет. Я когда тех переводил, насыпал, они первые часы вообще не ели. Тупо не знали, что делать. А сейчас уже тебе нормально. Ну и это сейчас буквально 2-3 часа. Потом ей насыплю, воды налью. Воду этим наливаю в корыто, когда поедят. А той ставлю корыто железное тоже, когда поест. Вот эта корыто, она пьет. Ну, я думаю, уже завтра мы проведем воду. Тут пойдет по опорам вода и сюда на низ. А там пойдет до стенки и понад стенкой. Вот видите, какой ветер, сквозняк отсюда, с окон. А там пойдет понад стенкой в каждый станок. Сейчас нам с Анатольевичем надо еще собрать два станка. У нас пластин просто не было, и мы как бы задержались. Вот так себя зарекомендовали станки, которые мы делали. Вот она лежит, и внизу там еще место, еще можно такое же лечь. Внизу нижняя часть на расширение, а это типа ждуги. В станках ничего не шевелится, ничего не этот, в сарае тихо. Вот только загнал. Ну вот так, друзья. Вот такие вот дела. По потолку проблем нету, мухи летают, сидят, ну... Ну пока вообще ничего сказать не могу. Потолок чем хорошо, что каждый год можно закатывать эмульсионкой. Постоянно вот это ключи, гайки, болты, потому что станки. И все так. Ну вот это сейчас воду надо и закрыть, типа шторы повесить, чтобы солнце сюда не светило. И все. Буду у Анатолича в гостях. Сниму вам, что там Анатолич наделал. Он и для кнопоотделения сделает, для Аркаша отделения. А сейчас еще делает отделение для поросят. Анатолич это тоже будущий свиновод. Начинал с одной свинки. Ну а там будем наблюдать в течение там, года-двух. Будем смотреть. Будем учиться. Будем учиться, да. Анатолич пока без станков, но тоже планирует в будущем станки. Вот у нее сегодня должен быть опорок. Чё ты? Ну, видно, живот небольшой. Она первый раз. Ну, посмотрим. Самый большой живот вот этот. В кантурше. А это не угомонится. Что ты уперлась? Вот уже. Вот, и тупо упирается и все. Просто, Сань, упирается и все. Ну что ты? Сейчас водички нальем, успокоится, все хорошо. Так что, друзья, так. Запустили. И еще будем. Еще надо две перевести, но их хочу поставить сразу в станки. С Анатольевичем станки доделаем и поставим те две тоже поросные на опорос станки. Вот так по чуть-чуть и запускаю. Это что Анатольевич у меня сегодня... Мы бак делали, и Анатольевич у меня, я говорю, давай одну перегоним. А то я с женой перегонял, тяжелее, конечно. О, видите, уже начинает попускать. Все уже не упирается. И уже сейчас поймет, что свободно можно лежать. Ну, что. Ну, я вам скажу, бешеных реакций не было в станке. Все, то максимум упрется, и то стоит, типа выйти. А так все нормально. Я что-то думал, будет хуже. И ширина станков
тоже хорошая. Вот смотрите, вот она вроде бы станок узковатый, а когда ложится, станок еще так же шире. И так само здесь. Вот это самая большая, она килограмм 180 кантурша. И то же самое. Короче, вот такие дела. Все, друзья, спасибо за просмотр. Сарай запустили, пока без воды, но вот так. Короче, всем пока. Пока, всего хорошего. Пока, всего хорошего. Буду держать в курсе, что хорошего, что плохого, говорить, показывать. И, кстати, вот сейчас жара, в сарае тут у нас более-менее нормально. Нет ни комара, ни мухи, то есть более-менее неплохо. Все, пошли мы дальше работать. Вот нам надо собрать эти станки. Короче, вот так.